Танки. Вливаемся в кресло. Геро, где дается? Я скажу, когда. Маги, шаманы, друиды, на диспеле сидите, проклятие. Танков не роняем так. Квадрат, переключитесь. Я отсюда никуда не вижу, так что говорить, когда подключились. К черепу надо будет подходить, хватку жать, или я могу прям к кресту? Не-не, просто главное грипни. Потом пусть танк назад заберет. Крест назад ушли, свич. Переполняющий мощь — это смена, да? Таргет. Я хз, я так смотрю. В ромбик. Переключи. Чё это меня бьёт? Здесь. Ты напуливайте ромбик. Чего ни одного на пуле я не вижу? Вы думаете, раз напулили, весь вас хватает? Ханты, блядь, шипе 10 секунд сидят. Назад в крест ушли. Так, я жду. Чё, как это скинуть? Череп, квадрат. Квадратик играйте. Алло, как скинуть стаки эти, сука? Я хз. Как? Ну а хули на? Поменяйтесь со Шредером. Иди забирай на Буля, БК заберет тебя лопка. Забирай тебя. Слышь, череп, нахуй. Иди забирай, я сдохну нахуй. Забирай, Шреддер, крест забирай. Быстрее, нахуй. Дал вам шрена всякий случай. Сука. Но стакал на меня бьет по 30 тысяч. Могу диван прикинуть. Уже не надо. Не надо, все не надо. Меняться там, не знаю, по 20к. Ну пускай сейчас на него стакает. О, ну пошло второй стак. Вот и стой там. Я ждал. Будет 10 стаков, скажешь, поменяться, брат. Просите заклинание. Щит. Череп играем. А, череп рейндж. Кто там играет кого? Ослучивай. Ну на черепе сейчас. Хули вы не видите, блядь. Мощи там. На череп, череп. Я не вижу никого. Ну так и бейте череп. Рейндж понаберите только.
Между собой 10 метров. Чё, Шредер, сколько стак? Там уже 31 тысяча. Иди обратно, забирай свою череп на. Слышишь? Вара убили, блядь. БР по Вару. Вара, БР, быстро. Мастер Ола. Заберите, Ром. Так, поднимается. На ком метка? Ты бофом? Раздали бафы. Чем ты скинул, Шреддер, бофом или чем? Баблом, походу. Вроде там по Геру. Череп. Геру не надо. Дайте пристабаф. Вы хоть кого-то убили там уже, блядь? Нет. Чё так долго? Ну что, блядь, не туда, куда надо кидать мир. Ну съебитесь. По БРам, раздайте БРы. Раздайте БРы топ-командам. Собаки будут на танке. Так, ПМЛ раздай, карочка. Карочки мана залейте. Как Ардру по мане просил вообще поздно. Крест сей Геру, быстро. Войд, поменяйся со Шреддером. Шреддер, боссами. Не забирай череп. Шреддер, не череп забирай. Про диспел не забывайте обязательно тут. Мульти, отдай гимн на хп. Дебафы. Диспелли. Проклятие. Все в крест. Сливайте. Массакру кто-то дайте еще. Шансунг на хп. Я уже давал свой. Дебаф танка. Из рейда сняли. Крест убили, добивайте квадрат. Хорош. Так, дайте каску, кто там бафает каски? Шреддер не может дать. Рэтрик, дай каску по ромбику танку. Что ты снимаем? Череп. По черепу баф слетел. Череп все. Снимаем щиты. Блять, я лагаю, хуй. Щиты висят на монде. Квадрат. Карочка, ты в дискорде, поставь плюс. Нахуй нам дискорд. А, его хорош. Карочка, давай БР, па-па-па-па. Пафрос ДК, Дориан ДК, серый. Нахуй нужен, чё так не убьём, что ли? Врамбик. Да не-не-не, пусть будет БР, не надо. Так танков будет. Много, ДПСа мало. Ничего, да, блядь. Ромбик доливаем. Не достаю. Слишком далеко. Дерзкий мопо.
это кто? Шипка? Это какой-то шаман вроде, блять. Откидывать, короче, это шаман по любасу. Все, в короля анонсите дальше вихри для миликов, потому что я хз. Да нахуй анонсите, пусть падают, минус 100 кролу сразу. Милики отошли нахуй от босса. Все, бьем, уже спал дебаф. Собак залить надо, да? Да нет. Под босс. Их под босс ставят. Главное, чтобы на танках были, все. А, еще следи за, за дебафом, когда он хилается, чтобы все отбежали. Я смотрю. У меня аддон там такой маленький, все, что пиздец. Так, что у него там висит такой? План, новые способности, получаемый урон увеличен на 20%. Плутервой на тебя стоит, да? Отбиваем это говно. Ну и говно упало. А, вот, Алиса, ты хотела пушку. Мастерством. Ну да. Ну, она без мастерства. Она как метк. Бы... А, она с меткостью. Там меткость. Говно тогда. Так, мастер, на груле ты, я там не шарю. Вольте, пуги надо кому-то? Эц... Никому. Эмэй, о, ретрико, давай. Дариан с серой умирает опять, хорош. На кота, на мишку. Перед мамами, перед ебалами, стойте. Ардру. Ой, хули присты. Демон Локи даже. А третий спек забрал, хорош. Ролин. Дурачок пока что выиграет хант. Так. Оп, маленький мусор. Кто лучше, чем СВК? Так я не выиграла паролу печеньку вроде. Выиграла гильда. А дальше распределение по приору. Так, давай начнем с того, что мы не ролим на 10 спеков. Ты идешь не танком. Как ты будешь ролить на офспек? Ты идешь ДБшником. Ты что, полагаешь, что мы должны идти в рейд и забирать на свой основной спек шмотки за 10%? Такого не будет.
Мне? Нет, не тебе. Маба, маба. А кому? Что нету весело? Никаких третьих спеков, есть мейн спек. У вас гильдия весь контент закрывает? А да. Бычки пока, да, и вот это, да. Из АА закрываем, кару будем доносить. Не, кару мы закрывали тоже, просто вас не было еще. Ты страдаешь фигнёй, я тебе сразу скажу. Этот плащ надо забирать, потому что он статус. Сейчас посмотрю, какой на тебе, и посмеюсь над тобой. А, ты лу? 232-й там левел. И что? Зачем тебе этот плащ? Вот ты ходи и жди, пока в целка выпадет тебе плащ. Так а вы целка в 25 обычки на каком боссе установили? За все время он один раз упал, и его медведь забрал за ГП. Гроик не тратите, да, еще? Пока нет, пока нет. Только у некоторых людей закрыты. Чё так мобы долго падают? Может, ты Геру ещё подождёшь, когда выпадет целка? Да, жди сразу Геру. Смотри, мой ПР, смотри, мой ПР, да? Я чё хочу, то и делаю. Я могу просто ЕП фармить, собрать больше. Мне без разницы. Ты в бомжовом шмоте. Делай, чё хочешь со своим ПРом. Не наплевать вообще. Так, риснули людей. Куда полезли? Риснули, забежали в Винст. Быстрее. Факт в том, что этот плащ я продам вендору за 10 голд. А ты будешь в обоссанном плаще ходить, 232-м. Вот и копи себе PRCD. Тоже карагер. По ГП только трени, когда мы ходили. Я проще старый выбью, наверное. Нет. Это 25-ка. Иди. Мне не надо этих доводов. Надо шмотка, значит ролишь. Не надо, значит сидишь. Лапки, это плачь. Не наше правило, это надо. Правило ГМ. Хочешь к нему обращаться? Моса забирает, потому что у него спек Мишки и кота. Эрдру он только собирает. Играет в двух спеках сейчас. Забирает, будет Эльдру делать. Поэтому он забирает. А ты АДК. Никаких 10% тебе быть не может никак. Про цифру эту забудьте. Не дается в отдельных случаях. Когда РЛ видит, когда может быть за 10, а когда нет. А где такой плащ падает? Который... Саван. Целка 25 обычка, гниломор. Вот проблема в том, что на ретрика он нахуй не нужен. Какой вот этот саван, который да, здесь упал? Да. Так тем более на ретрика не нужен, изи на АДК забрать. Ну, это уже кто хочет как собирать ретрика, но я считаю для меня, именно по моему безлисту, он мне нахуй не нужен. Спросил Медвея, зачем он его забрал. Не знаю, тут все ретрики почему-то через силу играют, думаю, что они больше ДП сюда тут. В ПВП ты тоже с ловкостью возьмешь? Или все-таки же силу? ПВП я возьму ПВПшки. Где мне ПВП с костой? Я релогнусь 5 чек, пожалуйста. Я скажу так, ДПСа ретрик в силовом плаще даст столько, сколько нужно, чтобы убить босса. Рисни ты силу. Тот, который упал, у меня такой есть. Ну, плохо вроде. Да. Так, кто и бежит? Вот, бежи с ней или будешь штуки закрывать? Там танков по спекой назад. За много будет, не на груле? Или тут нормально? Куда бежать, ты говоришь?
с основным танком, с Алисой, аж заборся в другую сторону. В смысле? Мне меняться, что ли, или что? Я не знаю, кто там умеет. Шейпер, беги за ней. Короче, будешь в танке, Шейпер. Пускай он меняется, но... Сзади рыба, если кому-то надо. А зачем там двух танком бежать? Там что, рассекающие? Ну там меняются они на какой-то хуйне. Они не там меняются. Там рассекающий просто идет, как на рыбе. Делят клифф. Тогда Войд, беги с ней. Я позакрываю ручки. Ну ладно, посмотрю, может. Обегайте босса танки по стороне. Так, сейчас по ручкам распределимся. РДДшники тоже не тупим, помогаем закрывать. Проскоп, навить по мне, пожалуйста. Шредер, твоя метка. Звезда, ромб, страхуешь крест. Ну, в этой стороне. У меня крест, треугольник. Войд с танком. Шейпер в ДД. На ручках, РДДшники, страхуем. Справа возле босса. Руки бывают. Справа выливаются лужи, там нету ручек. Есть там руки, пока лужа не вылилась, алло. Есть? Есть, я в прошлый раз закрывал. Он может в лужу докинуть, то есть там надо сейвы. Нормально. Кулак МП5 обновите по ханкам. Рыба сзади стоит, кто хочет жрите. Кулак МП5 обновите на по хантам. По хантам кулак МП5. Ребята, глаза разуйте, у вас уже давно... 6 минут, кулак! У меня 6 минут и минута, блядь, МП5. Что ты мне рассказываешь, глаза раз? Блядь, только что я ханта одного бафнул. И где ты шарахаешься? Я тут все время был. Так, разбафили. Кулак, обновите по ханту. Не МП5. У ханта второго вообще даже каски нету, блядь. Как есть, все, хорошо. Так, рычи на пул. По ручкам, РДшники, страхуем. Хилы также. По одному стаку максимум, по одной руке закрываете, потом дебаф спадает, можете закрывать вторые. РДшники, стоите вот возле треугольника, там бьете, страхуете там ручки. В центре шреддер, еще мне нужен шипешник. Мульти. Возле квадрата будешь стоять, страховать ручки. Центр и квадрат твои. Так. Так. Танки уже готовы, нет? Отбежали, есть, хорошо. Я никогда не танковал тут. Нет, ты тупо ручки закрываешь. Ты тут Фредер. Ничего не делаешь, просто появляются ручки, закрываешь ручки и уходишь, все. Ждешь следующего. Закрыть это по центре встать. Один? В танке можешь 2-3 закрывать. 2 обычно закрываются спокойно. Потом сразу дебаф спадает. Все, пуляем. Герас плодается, да? Хз, я, ты что тут? Давай, давай. Да. Готовим, сейчас руки будут. Огонь выливается. Так, центральные руки. Двое рук. Трое. Закройте дальние, блядь. Ясно. Лужа выливается, там ручки пошли. Треугольник сова закрыла, хорошо. Дал шиве на квадрате. Блять, хорошо дал шиве. Так, шипешники, вы там контролируете возле квадрата, ёб пошли. Мульти. Так, еще этот. Мистер Дой Беттер, тоже иди. Я закрою на ромбе. В центре закройте. Кто там умер у нас? По дырочку дайте БР. Карочка, дай БР по дырочке. По ханту. Во втором пати. А чё он нас не пьет? Алло. Так, закрыли. Я закрою на рэмбе. Алиса, чё он тебя бьет вообще, не? Нет. Лужа разливается. Право лужа, все ушли от правой стороны. Хорош. Редер упал. БР. Пусть его БР нет. В центре я закрою.
А не, нихуя, крест, сука. Шпички успел, да? Что-то они поздно появились. Так, Dead Kitty, Берни у нас. Шулана, Чулан, Берри, Шреддер. Ромб я закрою. Чулан, Берри, Шреддер. Хорошо, поднимаюсь. Он что, увеличивать будет дамаг этот? Угу. Чё за... Так, 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 руки, 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 центральный хант, уйди. Как выжить? Руки через 5 секунд. Винар упала, вот забери. Вы что, стаки не умеете скидывать? Там, блять, огонь. Ром, закрою. Я бы сдохла, если бы... Заберите, блять, танки. Как? Он не танк. Падайте. Рейдим нахуй, если получится. Так, танки. Ты что, Алиса говорила, что не надо меняться? Там не надо меняться. А что ж так не скидывать? Я говорю, пичка горела, если бы я подошла, я бы сдохла там нахуй. Куда бы ты подошла? Так, кто-то может рисунуть, нет? Куда бы ты подошла? Ну, в сторону печки. Зачем? Давай, Матрес. Чтобы сбросить стаки. А стаки только на тебя вешаются? А не на боссе. Меня подними, Матрес. Зачем тебе подходить? Раз. Стаки с босса как сбрасываются? Поднимаемся, так. Как с босса сбрасываются стаки? Типа, подходишь к печке, и они должны сброситься. С босса? Угу. В чем проблема? Огонь был. Да. Когда нет огня, надо нет подойти к печке и сброситься стаки. Правильно? Давай, правильно. Давай, может, он тебя диван будет кидать. Так, стаки на боссе, зачем у меня диван? Так в чем ебаная проблема, я не понимаю, нахуй. Типа ну, там лежал огонь, она побоялась бежать, чтобы не умереть. Нету огня. После огня подходишь к печке, смотришь на босса, скинули стаки и стоишь обратно, правильно? Угу. Вот и все. Шреддер, видишь, там с печки выливается огонь, блядь, и летит такая сфера вверху, блядь, сразу уходи оттуда, нехер там умирать. Так, кто у нас там трупом лежит? Сила встала, полетела. Или тебя риснуть можно? Нет, тебя не достают. Что, я вообще тут вин. Надо как хил, типа, рейд не просидел вообще. Так, два шипешника, ваш квадрат и ромб, ваша эта зона. Я видел, там даже дальше кинулось, сейчас вам еще одну метку поставлю. Вот там еще. Вот это ваша зона. Только от печки не умрите. Силу тут. Сейчас зайду. Где ее труп? Лесните по трупу. Не достанете. Пристам МТ-5 дайте. Ждем лока, фул ребафы раздали. Ждем лока, тогда массовые бафы давайте. А сейчас паладин раздали всем кулаки, кресты, каски. Можно потом РС 10 оп убить или ИК 25 сходить. Слышишь, мастер? ИК 25 можно закрыть. Можно. Если кто желающий в рейде есть, может кто без кого. Нет, там когда как просрасти. Кулак МП5 по хантам. Чё ждём, паладины, блин? Каску вижу. Каску бафнул Шреддер. Кулаки по хантам. Эмэй. Сейчас я найду, где он там. Чё, блядь, без гридов играете, ну, серьезно, блядь. Да, блин, у меня лагает. Дайте приставку. Так, кулак остался по хантам.
Хорошо, так. Рычу на пол. Танки побежали, стали по местам. Не тупите со сбрасыванием. Так, я тупанул с руками, блядь, это мои проблемы, я продолжил. Такс. Все, танки стали пулять. Сначала на пули все дали, на пулы все дали вебинар, потом все на пулы в последующие идут войда танка. Void Defender, если кто не знает. Это к хантам и рогам относится. Печь активно. Сейчас будет активно печь. Отошли оттуда, Шредер. Так, руки пошли. Крест мой. Не вижу, закрыли руки, нет? Хорошо. Че, шаман Геру нажать не может? Дайте Геру шамана. Че вы сразу мне дали? Так, ромб мой. Квадрат закрой. Ясно. Прожал ШВ. Че вы дальние не закрываете, ШПшники, блядь? Так, ромб мой. Только двое рук, да? Готовься отдавать ШВ, если ты скажу вы. Так, хлопа. Ой, блядь, ромб, на. А у шейпера треугольник закрыт. 4-4. А он в ДД. Два стака. Ну-ка забеги, посмотрим, скидывается, нет? Шредер БР. Назначь кого-то, я не знаю. Скинулась. Так. У кого у нас нету когда? Карочка, когда еще вам кидаем? Моса, БР, не Шредер. Быстро. Вставай, Шредер. Пришел с печкой тогда. Так, треугольник кто-то закройте. Хорошо. Не умирайте, стаков на боссе не будет. Так, ромб закрой в центре, кто-то закрой. Треугольник закрываю. Еще труп. Чулан у них опять. Так. БРов нету пока. 2 минуты до БР. Так, крест закроем. Треугольник кто-то закройте. У меня ШВ КД есть еще. У меня есть. Сразу скидывайте. Да. Скидывайте стаки, просто там печки нету. Руки пошли. Полетела печка. Алиса. Квадрат закройте, треугольник закройте. Дал ШВ. Там печка пошла. И как они скидываются? Никто не скидывает. Все нормально, бей. Они не должны скидываться, блядь, потому что не набираете их. Как их не набирать, извините, пожалуйста. Не умирайте в рейде. Ромб закройте, блядь. Дай сакру. Хорош, блядь, дал сакру. Так, на руках. Крест. Кто-то станьте шипешником. Закройте руки. На треугольнике. Треугольник. БР 30 секунд. Карочка. Сколько у вас? 10 лямов. Руки закрывайте все РДшки, кто может. Только под 2 стака не закрывайте, у кого есть. Так, ромб закройте. Ромб треугольник. Че, одни не закрылись, да? Судя по демеджу пройдут, да. Готовимся, что следующий момент. Раскидывайте как-то. Крест. Дайте танк. Алиса, прожми деф. Бля. Пусть меня ресает. У кого там карочка есть БР? Чулан все равно БР нет. Так, треугольник просто... закрыли. Ромбик закройте, сейчас ваншотник на. Так, 1 лям осталось. Последние руки закройте, все нормально.
Ближе к листу станьте. Крест, крест, закройте в центре. У тебя есть ЧВ? И ромбик. О, я мертвый давно, блядь, меня лошок не было. Вроде закрыли. Так добивайте. А там два ляма, блядь, еще будет куплен. Бейте. Думал, что тут один был. Сейчас... Руки закрыли в Трусы. Центре и... Ром. Хорошо. О, под баблом, нахуй. А зачем ты под баблом его ловил? Так. Нормально, 1% пусть добивает. Ебать, такой изи босс, вот так хуйню исполняем. Риснули павших. Вот вроде хорошая зата. Лут. Топор ролим. Не роль пока печеньку, я чувствую, у меня задержка. Что мы слышим, что лагаешь. Кресните, пожалуйста, Шансунга, силу поставь в шкаф. Мне квест, блядь, надо сдать. А давай ред. За это говно косарь. На силу тыкните шкаф. Опа, нихуя себе. Ролим. Шансунг. Ванхель. Ванхель, ты хил. Какого хера ты ролил? Он писал с Азелемом, да-да-да. Шансунг сролил. Давайте. Но у меня основной ШП. Почти сролил Элем. Ну да. Два ролла, блядь, выше 80, тут как обычно, блядь. Так, засумоньте, пожалуйста. А, блядь, труп руля, а не, еще не пропал. Шансунга засумоньте назад сейчас, пожалуйста. Что, тебе не отдался, что ли? Да, я, блядь, квест забыл прошлое сдать. Ой, блядь, какой нахуй успех, блядь. Не-не, мне там на успех не надо, я изначально нажал, блядь. Печатку ролим. Нихуя себе, 92. 94 мосса. 95 лун. Так, больше никто не сролил, да? Я спас вас от паладина. Там мосса у нас сроил. У нас мосса сроил вообще. Тебе надо, мастер? Суманите Шансунга, пожалуйста. Пук, 94 кино. Какой? Саку? Ну там был бы просто перерол, если бы ты... Так, ладно, все, спасибо всем за рейд. Кто хочет, мы отвидим, что ты. Суман с Шансунгом, мать ваша, кому не лом. Сумони. А ты думаешь, ты его возьмешь? Бля, очень надеюсь. Ой, квесты пинать, и сразу пойду. Можно, пожалуйста, портал в Телоране? Трубой сужаем в Телоране. А что, больше магов нет? Нет, у нас один маг. Че, взял? Нет, Итан. Ты хочешь что-то собирать, что ли? Вот, а вот. Че? Так, все. Епа. Че выливаете? Мешочек не завалялся? Нет, я его открыл. Епа, давай. Прими обратно в пати. А ты уже ливнул, да? И кто? Ну, тех, кто в гильдии. Кому ИП надо, ты ими есть, если им надо. Кто линул с рейда, блядь, с наших? Ихние проблемы, Саку, дэдките, блядь, раз. Ванхель не наш, Шансунг есть, так. Не за что. Такс. Ну все есть, там даткити еще докинь просто так на ей это все. Походу больше никому не надо. Чё ты хочешь еще резку, да? Он дай ему, я возьму его в пати, ты ему таки. Или так его найдешь, Вайт? Кого? Даткити. Плюсанул как раз, его. Либо кинем упать это.
Что, не взял квест? Так ливайте почаще, блядь, без ИП будет чувствоваться. Квестика уже нельзя было лутать босса. Ну да, его надо лутать, когда ты это брал квест. Без квеста ты не лутанешь. Ну, до этого, если ты убил без квеста. Детектор хоть забрал. Я внутри не на самом деле. Еще плюс 2 минимум в рейд и на пустой проке будут. Че, предлагаю РС, СА или К-25 обычки, как Войт хотел, но тогда я пойду на твинка вагоном. А я в ИК был шаманом, да? Да, только делайте ИК, если 25-ку, то делайте бой и анрол. Там реально бабок можно поднять. Ему даже один анрол сделать. Выбор. Не даже, а минимум. Изи. Я анролил выбор.